Праздничная торговля. В очередной раз в шахтерской столице состоялась ярмарка сельскохозяйственной продукции. На этот раз события приурочили ко дню первого президента. Сельчане Бухаржирауского района приготовили угощение для карагандинцев и гостей региона. На вкусной акции побывала Аида Ибраева. Сегодня сельчане не остались в стороне. Воспользовавшись праздничным событием, днем первого президента, жители Бухаржировского района представили свою продукцию для соотечественников. Организаторы говорят, что такое масштабное событие проводится уже в четвертый раз. Бухаржировский район сегодня привез мясо говядины, конины, свинину. Реализуется яйцо ТО Майкудовской птицефабрики, колбасные изделия, морделикатес. То есть привезли ту необходимую продукцию сельхоз, которая необходима сейчас горожанам. Во время ярмарки, подготовленной акиматом Бухаржировского района, отдел занятости социальных программ подготовил угощение для жителей шахтерской столицы. Сельскохозяйственные ярмарки пользуются большой популярностью среди горожан. Теперь фермеры могут быстрее реализовать свою продукцию. Например, братья Сергины, которые начали разводить гусей только с августа нынешнего года. А сегодня радуются первой прибыли. И это еще не предел, говорят животноводы. Ярмарка только началась, но уже интересуются, приходят, покупают. К слову, для жителей шахтерской столицы ярмарка – это хорошая возможность приобрести натуральные продукты по заниженным ценам. Чудесная ярмарка. На все ярмарки хожу. Плохо, что в этом году ярмарки организовали только в одном месте. Для жителей Майкудука организовали бы, как раньше, в Майкудуке, для Юго-Востока, на Юго-Востоке. Нам было бы очень удобно. Я вот с Майкудука приехала, но я не жалею о том, что приехала. Ярмарка хорошая, вот мясо берем. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».